20 миллионов рублей потратят в Петрозаводске на установку 39 крытых контейнерных площадок и 195 мусорных баков. До 1 декабря они появятся в центре города, в Октябрьском и Первомайском районах, а также на Ключевой, Галиковке, Зарике, Куковке, Перевалке и Древлянке. С 18 по 21 ноября в Петрозаводске на улице Инженерной пройдет универсальная ярмарка. Будут представлены продовольственные и непродовольственные товары из Карелии и других регионов России. За сутки в Карелии COVID-19 выявили у 301 человека. У большинства есть признаки заболевания. В тяжелом состоянии находятся четверо, трое в крайне тяжелом. Подтверждены 5 смертей от коронавируса. За 9 месяцев этого года золотопромышленники Карелии добыли 4,7 килограммов золота. Наша республика стала единственным регионом северо-западного округа, внесшая свой вклад в добычу золота и серебра. Итоги подвело Министерство финансов России. Проект «Спорт-50+» совместно со школой скандинавской ходьбы «Сканди Карела» 14 ноября проведет бесплатный мастер-класс в Оланце. В ходе открытой тренировки участники познакомятся с техникой движений, получат знания о фитнес-упражнениях на силу и гибкость.